Всех приветствую, сегодня у меня очередная распаковка. Такие две неформатные посылки. Я даже... Вот я не знаю, что. Так, точнее... Ого, там какие-то коробочки. Интересно, это мне? Мне. Может, это не себе заказывал? Я не помню такую. Чтоб что-то в ближайшее время должно прийти вот такого формата. Какой-то человек изображен. Вот, что это? 20 ватт. Это какая-то лампа. Точно. Надо же, я заказывал ее несколько дней назад заказывал эту лампу. Она... Очень аккуратно запаковано. Такой вот малыш. На самом деле она будет, думала, она будет много больше. Так. Вот это вот отдельно крепится к потолку. Крепится и потом одевается. Судя по всему, вот сюда, пожалуйста. Так, это видео я буду выкладывать только тогда, когда в конце видео вы увидите, как я прикручиваю лампу. Так, интересно, всякие, ага, есть фурнитура. Так, потому что надо сверлить еще будет, поэтому сейчас я не буду выкладывать. Чуть попозже. Ладно. Или же... Да, это увидите в следующем видео, потому что я не знаю, когда это сделают. Уже. Я когда... Вот здесь пипит. Я, пожалуй, про эту лампу сделаю отдельное видео. Скажу лишь одно, что эта лампа рассчитана на 11 квадратных метров. Она как раз на кухне идет. Кухня у нас... Есть квадратных метров. Посмотрим, как она будет светить. Вот, пожалуйста. Это пипипетр. Вот ссылка на него будет в описании. Как и на лампу. Брал это все на Алиэкспрессе. Если кто не знает, что такое пипипетр, это держатель для нот. Посмотрим, как он. Так. Такая штуковина. Сейчас я разберусь. Так, разобрался. Вот здесь все регулируется. Это низ. Вот здесь можно его регулировать, как ножки будут держаться. Закрепляем, чтобы устойчивое было. Вот здесь тоже можно и выдвигать, и телескопическое. Нам особого ста не нужно. Смотрите, как получается. Само полотно, оно раздвигается вот с такого положения. И все крепится. Сейчас я найду ноты. Если найду. Вот. Ноты мы сюда ставим, прикрепляем. Фиксируем, точнее, вот этими вот дорниками. Как это назвать? Все. Все у нас устойчивое. Крепится на разную высоту. Как угодно. Смотрите, какая красота. Все, можно заниматься. Здесь вот, если оно высоко, можно открутить немножко и опустить. На любой уровень. Так что вот эту я еще рекомендую. Она реально железная. Обошлась она рублей 700, что ли. Ну там будет ссылка в описании. Потому что сейчас, к тому же, скоро будет акция 11 сентября. Цены будут снижаться. Плюс, если будете пользоваться Apple сервисом, вам еще будут скидки. Возврат, точнее, кэшбэки. Вот. Так что в следующий раз посмотрим, как будет светить вот эта лампа. Ну, судя по отзывам, она очень и очень яркая. Так что это была распаковка. Если еще будет видео,
когда он увидит, не знаю. Обзор лампы. Вот я сейчас покажу. Вот эти ватные. Тут у нас все по-китайски. Ну, увидите. Она теплосета у меня. Ну и через недельку, скорее всего, на выходных. Я ее прикреплю, и мы посмотрим, как все это держится. Вот тут самое интересное, что это мы скрепляем. Чуваем, скрепляем провода. Заводим. Вот так вот. Все. И проводов не видно. И она ярко светит, надеюсь. Вот тут более-менее характеристики показывают. Напряжение 220, 50 Гц, 3000 К, я не знаю, что это такое. 20 Вт и, видимо, марка, номер выпуска. 19-10 ПЖ. Вот такие, ладно, все, я не прощаюсь. Надеюсь, вы будете ждать видео про лампу, если кого лампа это интересует. Кстати, то, что криво лежит ноты, они просто так скреплены. Это не книжка, это самодельный.